Привет! В эфире проект «Ты суперстар» и я, Анастасия Васильева. Это проект для тех, для кого движение – это жизнь. Наш сегодняшний герой парит в воздухе, в буквальном смысле. Но самое главное и самое удивительное в нем – это то, что повторить за ним его трюки решится не каждый мастер спорта и не каждый молодой экстремал. Что ж, пора отправиться и проверить. Поехали! На аэродроме Калачева. Именно здесь начинается путь в небо. А как это происходит, прямо сейчас мы и узнаем. Здравствуйте, Виктор Никитич. Виктор Карпухин, 69 лет. 50 из них он провел в небе и продолжает еженедельные прыжки с парашютом. Радиоинженер по образованию, во всем любит точность и скорость, а потому он мастер по точному приземлению прямо в цель. 4050 прыжков совершил он за свою жизнь и останавливаться не собирается. Общее время, проведенное им в свободном падении, равно неделе. Полжизни он проводит на выездных соревнованиях и мастер-классах. Месяцами живет в полях и походных лагерях. Юные спортсмены его побаиваются и называют ястребом. Глядя на него, избавляются от страха высоты. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще увлеклись парашютным спортом? Началось это, наверное, в детстве. Всегда. Люди мечтали о полете в небо, о полете в космос. Ну, а точнее, наверное, зародилась в 61-м году, после полета Юрия Алексеевича. Я прыгал очень давно, и в то время подготовка к прыжку осуществлялась очень длительное время. И это было связано со многими трудностями, в том числе пройти медицинскую комиссию, подготовку, ездить много раз на аэродром и все это выдержать. То есть психологическая подготовка огромная, и поэтому страха перед прыжком уже не было, ни перед первым, ни перед вторым. Он и тренер, и действующий спортсмен, он представляет нашу область на различных соревнованиях. И наглядно можем показывать нашим начинающим спортсменам, да, к чему стремиться. То есть люди в таком возрасте выполняют прыжки с парашютом, и для начинающих это самый ценный вариант, то есть неотъемлемый момент. Люди такого опыта, которые могут передать, научить начинающее поколение, это, как говорится, бесценно. Так, когда я не то встал, вот. Все-таки стоишь. Все, я вот. Вижу, да, встали. Я на грязи. Да. Кивок. Так, вот, так, тут пошли. Пошли. Подождите, вот. И все-таки команда. И, подождите. И. Все. Прыжки совершаются на точность приземления и на индивидуальную акробатику. То есть в точности приземления очень важно попасть в мишень размером 2 сантиметра. То есть это примерно размером с рублевую монету. Вот. Отклонение от центра мишени фиксируется специальным датчиком, который в диаметре 16 сантиметров. Вот. То есть чем ближе к заветному центру мишени, то есть тем действительно как бы лучше, тем выше результат. Классический парашютизм требует очень огромной выдержки, потому что здесь очень большое соперничество. То есть борьба идет буквально за каждый сантиметр цели. То есть буквально один сантиметр может решить исход всей борьбы. Здравствуйте, Александр Владимирович. Не стучите, денег не будет. Конечно, бывают такие случаи, когда и давление повышенное. Приехал уставший, видимо, не спавший. И поэтому давление было большое, я его не допустил. Долго сопротивлялся, долго ходил, ныл. Пусти. В этот день я его не допустил. Люди, которые у нас прыгают, которые спортсмены уже долго прыгают, они... Но это их жизнь, понимаете, и они не могут уже не прыгать. И когда их не допускаешь, у них начинается психологический надрыв какой-то, и они уезжают с аэродрома уже со сломанной немножко психикой.
За спиной будет основной парашют Т5 серии 2. Он у нас называется основной. В районе живота будет запасной. Т5 серии 5. Ребят, запоминайте. Т5 серии 5. Запасной. Особенностью тандем-прыжка является элемент свободного падения. В отличие от начинающих, которые будут выпрыгивать, сразу же раскрываться парашют, и они под ним снижаются, парашютируют, мы порядка 25-30 секунд будем находиться в свободном падении. У тебя наземная подготовка тоже Олег Николаевич показал. Да. То есть подготовиться. Вот это тебе надо проимитировать, опять вспомнить. Руки держать самое здесь, лицо. Голову туда, ноги туда. Ну и потом на приземлении вот это. В воздухе там появится свободное время. Вот тут можешь. О, разные. По-разному высказывают свои ощущения. Здесь уже, наверное, идет не чувство острых ощущений, а выполнение какого-то задания. В разные периоды, в разные времена задания ставятся разные, и вот выполнение этих заданий становится основной задачей. И вот от того, как выполнен, хорошо или плохо, возбуждение все равно остается, эмоции остаются, но когда-то чуть угнетенные, когда-то повеселее. Володей кататься. И страшно. Это было круто здорово. Вообще. Давай работай. Там вот то, что там валяется, поднимай. Парашютный спорт – это зависимость. Это зависимость, то есть, и зависимость на всю жизнь. То есть, как говорится, парашютистов бывших не бывает. Вот, то есть, человек заболел небом и болеет им всю жизнь. С каждым разом все выше и выше. Самолета крыло чуть дрожит, поднимаются парашютисты, чтобы прыжок с высоты совершить. Замирает дыхание у двери, сердце бьется, как будто мотор. Вдруг команду инструктора слышу, первый удар по плечу и пошел. Ничего пред собой не вижу, все смешалось, поля, облака, свист в ушах, это точно я слышу, и в кольце чуть не имеет рука. Я, наверное, там что-то дернул, купол белый узрел над собой, и страха совсем обалдевшая, встречаюсь ногами с землей. Протащило меня очень много, парашют кое-как погасил, но старт и вернулся не скоро, я отчасти дорогу забыл.
Никитич, спешу поделиться радостью. Получила первый документ, который подтверждает, что я теперь парашютист. Между прочим, время свободного падения целых 30 секунд. Слушайте, ну просто эмоции зашкаливают, это невероятно. Вы делаете потрясающие вещи, честное слово. И это такой адреналин, и такое чувство свободного падения и полета, и это все просто потрясающе. Скажите. Я рад, что это вас так восхищает. Ну, это действительно острое ощущение. Эмоции выплескиваются. Конечно. Да уж. Да. Со временем все это утихает, но все-таки радость первого прыжка, она незабываема. Вы это подтверждаете. Вот такой получился полет. Страху я, конечно, натерпелась, но Виктор Карпухин реально крут. И в небе он, как рыба в воде. Если вы знаете таких же жизнерадостных и неугомонных взрослых героев, позвоните нам, и мы обязательно о них расскажем. Это был проект «Ты суперстар». Пока!